Более 4000 родов приняли в Щелковском перинатальном центре со времени открытия. Здесь принимали 3-го, 4-го и 5-го детей, но вот 11-го впервые. Девочку с красивым именем Лия, которую выбрала мама, встречать пришел папа. Волновался перед встречей. Лия довольно громким плачем заявляла, что очень хочет домой. Плач девочки прекращается только, когда мама передает ее отцу. Долгожданная встреча и огромная радость, как в первый раз, признаются родители. Ждали ее очень долго. И дети все ждали. Здесь очень мне понравилось. Отношение персонала, все очень на высшем уровне. Рожать в перинатальном центре семья Ефремовых не планировала. Старшие дети появились на свет в Ивантеевке, где и проживают родители. Однако скорая помощь отвезла роженицу в Щелково, чему мамочка оказалась очень рада. Не договаривались, а в Пушкино я ездила. Но так получилось, что скорая побоялась, что роды 11-е, и они нас быстренько сюда, нам ближе сюда. Врачи перинатального центра маму похвалили, опыт помог. Да и Лия оказалась девочкой активной и долго, и маму, и докторов не томила в ожидании. Это уникальная семья, такой у нас еще не было. Людмила, как все проходило? Насколько быстро? Нет, она молодец, она хорошо рожает. Пожелаем маленькой Лии расти счастливой и здоровой. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.